Телекомпания «Маяк» продолжает рубрику, в которой идет речь о подготовке к Новому году. Сегодня мы вновь возвращаемся к теме подарков. Если вы хотите преподнести своим близким что-то оригинальное, необычное, то вам просто необходимо посетить мини-типографию. Вы даже не представляете, какие у нее возможности. Наша типография предоставляет большой спектр услуг, то есть вы можете индивидуально поздравить каждого человека, своего любимого родственника, чтобы ему стало приятно. Это можно изготовить открытку, можно сделать кружку, можно сделать майку, можно подарить какой-то индивидуальный блокнотик, вами разработанный, который вы хотите. То есть все, что вы хотите, мы можем осуществить все ваши мечты. Скажите, если человек затрудняется, хочет сделать приятное своей там любимой девушке на Новый год, и у него есть ее фотография, вот что ему достаточно иметь, чтобы к вам прийти? Предоставить фотографии на электронном носителе и просто озвучить свои финансовые возможности. Оттуда мы оттолкнемся и предложим вам, конечно, интересное, что-то эксклюзивное, то, что будет только ваше. С вашей фотографией или с каким-то логотипом или еще с чем-нибудь. Новый год приближается, мы можем предложить элементарно даже шары на елку новогодние с вашей фотографией. То есть можете повесить и каждый год вспоминать, какие вы красивые, любимые. Можете взять коробочку, изготовить с вашей фотографией, на которой будет изображено именно подарок, какому человеку вы хотите подарить. Можно сделать тонирование на бутылке, то есть подписать, сделать... ваше, именно написать ваше пожелание на бутылке, которое останется на многие-многие года и будет радовать глаз. То есть возможности не ограничены. Наши идеи, ваши материалы, которые будут в дальнейшем использованы при печати. От 30 рублей можем помочь всем. То есть можно сделать какой-то значок, если вы хотите поздравить своих одноклассников просто с каким-то... Вы придумали свою какую-то эмблему интересную и хотите поздравить своих одноклассников. Можете изготовить значки, которые маленькие, стоят 30 рублей. Потом сделать креативную какую-нибудь ленточку, стразики, если это девочки, или еще что-то. И подарить своему однокласснику 30 рублей дешево, сердитое, можно сделать очень замечательный подарок. Скажите, а кто наоборот располагает достаточной суммой средств, денег, но не имеет такой фантазии, что вы предложите? Ой, предложить очень можно много, как бы, поэтому я даже не знаю. Это будет уже зависеть от индивидуального подхода к человеку, то есть как сам индивидуальный человек, на что он смотрит. То есть может это какой-то плакат поздравительный, который он растяжкой хочет растянуть дома и поздравить именно своих близких. Либо же это какой-то флаг, либо же он хочет просто взять свою одежду и расписать там что-то. Ну, то есть это очень-очень много идей, уже будем отталкиваться от того праздника или события, которое будет происходить у человека, там будем уже предлагать какие-то новые идеи. Сроки изготовления, в принципе, у нас идут от часа 1-2 дня максимум. Это кружки, майки, подушки, коврики, магнитики, то есть это делается от часа до, ну, 1 дня максимум. И вы можете прийти и забрать свой подарок, соответственно. А если очень-очень срочно надо, то мы пойдем вам навстречу и сделаем очень срочно все. Скажите, а если я, допустим, задумала провести тематическую вечеринку, вы мне поможете? Что вы предложите для этого? Во-первых, мы предложим вам сразу же пригласительные. Можно также оформить стол. Если у вас тематика, так как Новый год, петухи, соответственно, мы можем все ваши канапешечки оформить в этом стиле петушков. То есть все, что вы хотите, мы полностью и растяжки сделаем, и пригласим. Начиная, самое главное лицо, это будет ваше пригласительное. Оттуда мы уже с вами придумаем, что вы хотите накрыть, как будет это все подаваться, как это будет все на столе. Самое главное, конечно же, пригласительное. Мы вам разработаем, и вы пригласите красиво и очень стильно своих друзей на вашу вечеринку. Я бы хотела вам пожелать счастья, любви, здоровья, чтобы вы были здоровы, ваши детки были здоровы, ваши родственники, родные. И, конечно же, крепкого здоровья, терпения на все и материального благополучия для того, чтобы вы могли прийти и осуществить свои мечты к нам. Ждем вас!